שלום וברכה, אנחנו שמחים להיות איתכם, אני איתן שישקוף והשותף שלי. שלום ובלגוסלביני, יא איתן שישקוף, יא תמוי פרטנר, אלכסנדר. אנחנו מעורבים בשירות של עולי רחמים באזור חיפה. Мы задействованы в служении עולי רחמים в районе חיפה. והיום אנחנו מתלהבים לדבר איתכם על זמינות, זאת אומרת להיות זמין. И сегодня мы вдохновлены поговорить на тему быть доступным, свободным. פעם אחרונה דיברנו על חג שבועות. В прошлый раз мы говорили о празднике Шавуот. ואיך שהשליחים קיבלו מלאות הרוח. И как посланники приняли полноту духа. אנחנו גם מעוניינים פה בארץ ישראל עכשיו לקבל את מלאות הרוח. Сейчас мы в Израиле тоже заинтересованы принять полноту духа. דיברנו מספרי הנביאים כמו יואל, יחזקאל. Мы говорили из пророческих книг, как Иоил, Иезекииль. על העובדה שבתקופה הזאת שחזרנו לארץ ישראל, אלוהים מתכוון לשפוך את רוחו עלינו. О том факте, что во время возвращения в Израиль Бог намерен излить свой дух. אבל זה מביא אותי לשאלה. И это приводит меня к вопросу. האם אני מוכן לקבל את מלאות הרוח? А готов ли я принять полноту духа? ואז אני התחלתי לחשוב על מה זאת אומרת להיות זמין לאלוהים. И я стал размышлять, что значит быть доступным для Бога. וחשבתי על האדמה. Я подумал про почву, землю. ואולי דיברנו על זה קודם, אבל הייתי מעורב בחקלאות של היפים בהרים של צפון אמריקה. Может, я упоминал об этом раньше, но я был задействован в сельскохозяйственных работах в горах Колорадо. В общине хиппи. Тамину ли, ло ядати клум ал хаклаут? Поверьте, я ничего не знал о сельскохозяйственных работах. Авал итлахавти. Ну, мне понравилось. Айти мухала вод. Я был готов работать. Афилу шаот митахат ашемеш. И даже часы под палящим солнцем. Ло мешане. Неважно. Аз бати им ашутав шели ле саде. И я пришел со своим партнером в поле. Авал айта кама байот. И было несколько проблем. Кодем кол айу дейал бе аваним. Во-первых, было много камней. Виядану маспик кадей ладат, ше нахну хайвим лагорид это аваним. И мы понимали достаточно, что нужно вытащить эти булыжники. Бекицу лахин это шетах. Ну, в общем-то, подготовить землю. Авал лорак аваним. Ну, не только камни. Эла хайу эцим ктаним. Но были маленькие деревца. Ве зая дейал бе עבודה כדי לחתוך ולהוריד אותם. И заняло достаточно много работы, чтобы их срубить и выкорчевать. לא רק זה. И не только это. אלה שזה היה המון שנים מאז שמישהו חרש את האדמה. Но еще прошло очень много лет с тех пор, как кто-то пахал эту землю. בקיצור, עבדנו שבועות כדי להכין את השטח. Ну, в общем-то, мы работали неделями, чтобы подготовить землю. Мазу швот, итахен ходеш. Ну, наверное, месяц. Амон шаот. Много часов. Весоф-соф хиргашну, ше адама хайта мухана лекабел эта зраим. И в конце концов, мы почувствовали, что земля готова принять семена. Анахну йодим, ше давар адонай зе кмо зера. Мы знаем, что Божье Слово сравнивается с семенем. אפילו ישוע סיפר משל על זה. И даже ישוע рассказал об этом притчу. הוא אמר שיש כל מיני סוגי אדמה שעליה הזרע נופל. Он рассказал о разных сортах почвы, принимающих семя. יש אלה עם אבנים, יש каменистая, השביל, есть дорога утоптанная, יש אזור של העשבים, есть сорняками среди кустов, קוצים, колючки. בסוף סוף יש אדמה מוכנה ורחה שמקבלת את הזרע. И да, есть готовая мягкая земля, которая принимает семя. לכן מתאים לנו לקרוא פסוק מספר הושע.
Поэтому для начала уместно прочитать один стих из книги Осии. אנחנו קוראים ספר הושע פרק י' ופסוק 12. Мы читаем из Осии 10:12 стих. זירו לכם לצדקה, קצרו לפי חסד, נירו לכם ניר, ואת לדרוש את אדוני עד יבוא ויורה צדק לכם. Сейте себе ради правды, пожнете по милости. Распахивайте себе целину, ведь время искать Господа. Он придет и прольет на вас правду, как дождь. על מה מדובר? О чем тут говорится? מדובר על שדה בחוץ. Говорится о поле снаружи. ברור שזה מדובר על הלב שלנו. Ясное дело, что здесь говорится о нашем сердце. אז אלוהים קורא לנו לחרוש את לימנו. Итак, Бог призывает нас спахать наши сердца. כמו שאמרתי, יש לי די הרבה ניסיון בחרישה. Как я уже сказал, у меня есть некоторый опыт в распахивании. ולפעמים, מפני שאף אחד לא חרש את האדמה מזמן. И иногда, когда никто до этого не пахал. היינו חייבים לחרוש ועוד פעם ועוד פעם עם כל מיני ציוד. Мы должны были пахать и снова пропахивать с разными приспособлениями. גם כך ליבנו לפעמים. И также наше сердце. אנחנו קוראים גם בספר יחזקאל פרק למד וב. Также в книге Иезекииля в 36 главе. שאלוהים ייתן לנו לב רך בשר במקום לב של אבן. Что Бог даст нам сердце мягкое плотяное вместо каменного сердца. כאשר אנחנו חוזרים לארץ ישראל. Когда мы возвращаемся в Израиль. כדי ללכת כפי התורה שלו, כפי чтобы идти согласно его торе, согласно его слову. אז זה מאוד תופס אותי. И это меня захватывает. כי לפעמים אני רואה את הלב שלי, אני רואה את התגובות שלי, ואני אומר לעצמי, איתן, למה הלב שלך כל כך קשה? Иногда я вижу состояние своего сердца, иногда я вижу свою реакцию, я спрашиваю себя, Итан, почему у тебя сердце такое жесткое? אז להיות זמין, נדמה לי שזה אומר שאני חוזר לאלוהים. Быть доступным, мне кажется, что это говорит возвращаться к Богу. ואני מתוודא על כך שהלב שלי קשה, יותר כמו אבן. И я исповедуюсь в том, что мое сердце достаточно жесткое, как камень. מתי אני מרגיש ככה? Ну, когда я так чувствую? בדרך כלל זה לגבי אנשים. Обычно это в отношениях с людьми. איך שאני מסתכל על מישהו, איך שאני מגיב למישהו. Как я смотрю на кого-то, как я реагирую на что-то. וחשוב לא לאבד את הרגישות הזאת. И важно не потерять вот этой чувствительности. כי חשוב לנו שרוח הקודש יכולה לגעת בנו במקומות האלה. Нам важно, чтобы Дух Святой мог касаться нас именно в этих местах. לעזור לנו לדעת וואו, הלב שלי קשה. Помочь нам узнать, ух ты, мое сердце жесткое. ולבקש מאלוהים לב רך. И попросите Бога мягкое сердце, как плотяное. גם ישוע דיבר על הזרע ועל המוות שלנו. ישוע также говорил о семени, о смерти семени, нашей смерти. הוא אמר שפרט לזרע, נופל לתוך האדמה ומת. Он сказал, если семя падшее в землю не умрет, לא יביא פרי. То останется одно, но не даст плода. לא יהיו חיים. Не будет жизни. אבל אנחנו רוצים להביא פרי. Но мы хотим дать плоды. ולראות חיים מסביבנו. И видеть жизнь вокруг нас. זאת אומרת שקודם כל אני חייב פשוט לתת הכל לאלוהים. Это значит, что я просто должен отдать все для Бога. כמו אדמה פתוחה. Как открытая земля. שהרגשתי את האדמה הפתוחה בידיים שלי. Когда я почувствовал вот эту готовую землю в моих руках. זה היה פשוט שמחה לזרוע את הזרעים. Это просто удовольствие сеять туда семена. וידעתי שעם השמש ועם מים יהיה באמת תנובה. И я знал, что вместе с водой, вместе с солнцем будет урожай. אותו דבר אצלנו. То же самое у нас. אז האתגר שלנו ומה שאלוהים רוצה לעשות בנו. И вызов, и то, что Бог хочет сделать нас. זה לתת לנו ביטחון כדי שאנחנו נהיה פתוחים.
это дать нам уверенности, чтобы мы могли быть раскрытыми. Если я недоступен для того, что Бог собирается сделать, я просто продолжаю в своей работе. Как я могу ожидать результатов работы Бога? И как и земля, работа Бога внутренняя. Ну, смотрите, я бы хотел, чтобы все это было очень легко, как выпить чашку чая. А я поднимаю чашку и пью устами. Легко. Это давал физи, давал кзе хитсони. Это простое, физическое, внешнее. Авал ха-авода шел Элохим матхила бифним. Но Божья работа начинается изнутри. Улай, ло улай. Это хелек ме ахашивут шел тфила. Это часть важности молитвы. Улай нахну хошвим ал тфила кзман шани меви эта бакашот шели лэлоим. Может, мы думаем о молитве, как это время, когда я приношу свои просьбы, рассказываю то, что нужно сделать. Кмоша нахну олхим лсупер. А, ну как мы идем в магазин? Адон, ешли решима. Господь, у меня тут есть список. Ани царих шата тасе эдзе. Мне нужно, чтобы ты сделал вот это. Шата тасе эдзе. Устрой вот это. Дерах агав хаити роце. Кстати, вот это мне тоже необходимо. Ну, ребята, когда я молюсь, я говорю прежде всего, Бог, прежде всего, как ты хочешь. Какое первое место, с чего он хочет начать? Вот здесь, вот внутри меня. Так в молитве я говорю, Боже, вот я. Бецем зе маскили ал Йешаяу, первый глав. Напоминает мне Исаия 6 главу. Ше ахре ше Йешаяу раа эт аквод шел Элохим. После того, как Исаия увидел Божью славу. Ву амар, ани ло рауи, ани ло яхол. И он сказал, я недостоин, я не могу. Ани мелухлах бетох ам мелухлах. Я грязен посреди грязного народа. Ваз малах нага белев, бесфатаем шело, им פחם, פחם מהשמיים. Тогда ангел взял клещи и прикоснулся этими горящим углем к рту. Рак аз Элохим шаал эт ха-шеэла. И тогда уже Бог спросил вопрос. Ми йелех бешми. Кто пойдет ради меня? Бемилим ахарот, беми ани яхол лифтоах. Другими словами, ну, кому я могу довериться? Аз бетфила анахну омрим Элохим инени. Так в молитве мы говорим, Боже, вот я. Сделай все, что ты должен сделать внутри меня. Чтобы я мог представлять тебя в этом мире. Боже, очисти меня. Я хочу, чтобы ты показал мне, что не в порядке. Ну и также тоже, что и в порядке. И аз есть аханат алев. И тогда есть подготовка сердца. Ха-адама хаевет льет мухана лекабел эта зера. Почва должна быть готова, чтобы принять семя. Аз Элохим мазмину тану, афилу мецавелану льет замин. Бог призывает нас и даже требует от нас, чтобы мы были доступными. Нахну гам роим эта мециют азо бекешу лида, лидат елед. Мы видим что-то похожее в процессе рождения ребенка. Кулану йодим, ше ахаим шелану ве шел йеладим матхилим бифним, баофен мустар. Все знают, что жизнь ребенка начинается внутри, скрытым образом. Авал зе дореш маком рек. Но это требует пустого места. Анахну корим ле маком азе бетоха иша рехем. Мы называем это... место внутри жены, внутри женщины, чрева. Зе маком кадош. Это святое место. Зе маком шебо Элохим боре хаим. Это место, где Бог создает жизнь. Авал Элохим царих это маком, кеде ласот это авода азот.
Но Богу нужно это место для того, чтобы сделать эту работу. ואז אנחנו זוכרים את המילים של מרים, אם ישוע. И мы помним слова Мирьям, матери Иешуа. שגבריאל בא והוא אמר, אלוהים בחר בך. Когда пришел Гавриил и сказал, Бог избрал тебя. כדי להביא את המשיח לעולם. Чтобы принести Мессию в этот мир. איך היא הגיבה? Как она среагировала? Шиехие ли кефи давар Адонай. Пускай будет мне согласно Божьего слова. Везота амашмаут шел зминут льет замин. И в этом смысл доступности. Адонай ани хоце эт рецонха. Боже, Господь, я хочу твоего желания. Ани хакли шелха. Я твой сосуд. Мирьям, Мирьям хайта бахура пшута. Мирьям была простая девушка. Книгой руханит, авал пшута. Очевидно, с духовной практики, но простой. Ведаркеха Элохим хеви эта гоэль шела олам. И через нее Бог принес искупителя для всего мира. Тавину ли нахон? Поймите меня правильно. Ани хоце льет камоа. Я хочу быть таким, как она. Ани ло хаявет льет иша. Я не должен становиться женщиной. Итен дарки хаим, чтобы Бог дал через меня жизнь. Авал ани хаяв льет замин. Но я должен быть доступен. Ани хаяв ломар Элохим инени. Я должен сказать, Бог, вот он я. Кмо шахана гам амра. Как также сказала Хана, ши бахта лифне Элохим, которая плакала перед Богом. Ани хоце йелед. Я хочу сына. Ишташ би кедей лехави хаим. Используй меня, чтобы принести жизнь. Аз айом ани мекаве шеатем итпалалу итану. И сегодня я надеюсь, что вы помолитесь вместе с нами. Авину шебешамаим. Отец небесный. Ишташ би. Используй меня. Кедей лехави хаим леолам азе. Чтобы принести жизнь в этот мир. Ани замин леха. Я доступен для тебя. Иней хаяй. Вот моя жизнь. Ани роце эт рецонха. Я хочу твое желание. Ани ло шаях лацми. Я не принадлежу себе. Ани замин леха. Я принадлежу тебе. Туда вешалам. Спасибо. До свидания. Дорогие друзья, шалом. Мы рады приветствовать вас на нашем веб-сайте Oasis Media. В 2013 году, в январе, мы запустили этот проект, и наше желание было выставлять максимальное количество мессианских видеоматериалов, чтобы интересующиеся могли понять, рассмотреть и выучить какие-то аспекты Библии с еврейской позиции. Уверен, что это помогает вам в вашей вере, чтобы становиться и возрастать, и понимать Писание намного больше. Вместе с этим я хочу напомнить вам, что этот волонтерный, добровольный проект – мы ведем, выкладываясь полностью, и лучшие люди работают над ним. Это стоит нам денег. Я не очень люблю просить, но в данном случае обращаюсь к вам с просьбой. Если Господь располагает вас, ни в коем случае вы ничего не обязаны, и вы все-таки захотите пожертвовать 2, 5, 3 доллара, сколько захотите, то при множестве это усилит наши возможности переводить материалы с иврита, давать вам видеть большее количество учений. И я уверен, что это будет благословение и для вас, и для нас. Мы создали такую возможность. Если вы нажмете вот на эту кнопку «Donate», «Пожертвовать», и войдете в нее, то там будет возможность через PayPal-систему сделать небольшое пожертвование. Это будет благословением. Уверен для нас, уверен для вас. Пусть Бог благословит вас. Спасибо, что вы с Oasis Media.